Около села Майданска Уцикульского района нашли тело еще одного жителя Левашинского района. Его вместе с машиной унесло селевым потоком. Родственники опознали тело молодого человека. Поиски еще одного пропавшего продолжаются. Ненайденным остался турист из Москвы. В поисковой операции задействованы дагестанские поисково-спасательные отряды МЧС Дагестана. Тем временем в Карадахе планируют создать туристический информационный центр с санитарной зоной. Председатель правительства Дагестана Абдулфатах Амирханов посетил Гунибский район, где развернут оперативный штаб МЧС для поиска людей. Абдулфатах Амирханов поговорил со спасателями и обсудил с представителями профильных министерств дальнейшее функционирование туристического объекта. Амирханов отметил, что первоочередными по линии развития туризма в республике являются вопросы обеспечения безопасности на туристических объектах. В этой связи Минтуризму Дагестана поручено проработать вопрос создания в Карадахе туристического информационного центра. Это будет небольшой центр с самым необходимым для оказания первой помощи. Также в центре будет предоставляться информация о возможностях размещения туристов в гостиницах. Премьер-министр добавил, что аналогичные центры должны появиться и в других муниципальных образованиях, где увеличивается поток туристов.